Здравствуйте, как у вас дела? Хорошо, нормально, спасибо. Спасибо, заказывайте еще. Конечно, очень удобно. Очень удобно. Не только для меня, я думаю, для многих так, если заказывать, не выходить на улицу. Маргарита Сухих знает всех своих клиентов в лицо. Говорит, многие соблюдают усиленный режим самоизоляции, поэтому люди охотно заказывают продукты и товары первой необходимости с доставкой на дом. Без нас они не справятся. Есть, допустим, бабушки, которые не могут ходить, не могут заказать, а мы им принесем. Я вообще радуюсь, когда мы к ним приходим. Мы с ними можем поговорить, выслушать их. Они с нами могут чем-то поделиться. Бакалейные товары, кондитерские изделия, бытовая химия. Ассортимент широкий, к тому же доставка бесплатная. Если успеть до 10 часов сделать заказ по телефону, который указан на экране, то товары первой необходимости принесут в течение дня, если позже, то на следующие сутки. Люди намного чаще стали пользоваться услугой. Услуга такая была актуальна и была востребована еще и ранее. Однако сейчас, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, с учетом требований постановления, которое было подписано губернатором по самоизоляции граждан, конечно, сейчас это приобретает еще больше актуальность. Они берут с собой самый распространенный ассортимент товаров и как бы реализуют прямо непосредственно уже при выдаче пенсии. То есть это тоже услуга очень-очень востребована. То есть мы не ждем заявок, мы выдаем им определенный ассортимент. Они уже познакомились со своими, значит, клиентами, то есть они знают, кому что нужно. В апреле все пенсии, которые население получает через почтовые отделения, будут доставляться на дом. Также на дому с помощью сотрудников предприятия можно будет оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.